если меня увидят и услышат, я хочу донести до вас правду. Значит, я принимал участие как человек с решающим голосом в советском районе. То, что были нарушения, были страшные. Во-первых, власть создала такие условия, что наши наблюдатели не могли видеть урн. И поэтому были вбросы в урны, чтобы их никто не видел, их оттеснили. Кто возмущался, участок 17-24 нашего коммуниста удалили вообще с выборов, полицейское вытолкали. Запретили, чем объяснили? Объяснили тем, что это решение участковой избирательной комиссии. Когда я вмешался, я вышестоящая организация, то сказали, что это законно. То есть уже нарушены права. Дальше, как его выгнали, пошел вброс. Следующий участок, то же самое, как в зоопарочке, на скамью подсобнимых подсадили наблюдателей и не разрешали им вставать и смотреть, что происходит с урнами. Дальний конец коридора, там стоят две урны. Подсобное помещение, подход, ну, то есть... Щель на выборах, ну, должна быть там... Больше двух сантиметров. Там щели были для вброса 100 бюллетеней. Сложи стопку и бросай. Следующий вариант. Без паспортов. Участок, это сейчас скажу. Не важно. Но это был участок в лицее, по-моему, в 73-м лицее. Значит, идея такая, ведется получение бюллетеней, нужно предъявить паспорт. Без предъявления паспорта им выдают бюллетени. В графе, где паспортные данные, стоит просто подпись. И получено 13 бюллетеней. Товарищ, и сказали, слушайте внимательно. Я волновался. Это подлая провокация. Я прочитал в газете очень интересную вещь. Состоялись не выборы, а очередная фальсификация выборов Российской Федерации. Я считаю, это точная формулировка. Вот примеры могу приводить, вот товарищ приводил. Они везде одинаковые уже. Просто тошно и приводить эти примеры. Они везде одинаковые. Взять, допустим, неделю назад, перед выборами в Морозовске, приезжаю, в здании администрации района лежат агитационные газеты партии «Единая Россия». И в этом здании находится территориальная комиссия и рядом дверь прокуратуры района. Все ходят мимо этих газет, понятно, что в зданиях административных не может эта литература содержаться. И никто не обращает на это внимания, понимаете? Вчера в шахтах на одном из участков 400 на 400 голосов была разница. Вот наши стояли и отмечали люди, сколько подошло к урнам. Разница между комиссией и нашим счетом 400 человек. 6 часов считали. Начальника милиции шахт пригласили, двух его заместителей, следственную бригаду, замгубернатора области приехал. И все 6 часов ждали, пока эти цифры все-таки так и не свели, что они правильные. Они не совпадают. Советский район хватает за заговор, сидит 4 часа. Я еще раз повторяю, это были не выборы, это была очередная фальсификация выборов в Ростовской области.